Всем привет! У нас сегодня 31 декабря, время 10:30, и я начинаю готовку. Начинаю немножко поздно, хотела пораньше, но мы полутра бегали, ловили утку. Она у нас забежала, летала по всем соседям. В общем, было у нас очень веселое утро 31 числа. Мы обрезали ей, конечно, уже крылья, чтобы больше так не делала. Не первый раз она у нас забегает, то ночью ловим ее, то теперь хорошо хоть днем. Начинаю я готовку свою праздничную с печенек имбирных, потом поставлю тесто на Наполеон, ну а потом уже пойдут такие блюда, салатики, миско, в общем, все в таком духе. Мы прям 1 числа много, в ночь на 31 мы много не готовим. Не наедаемся, мы в основном уже там 1, 2 и так далее. Постепенно готовим всяких вкусняшек. Здесь такой творческий беспорядок. Тут везде у нас просто кухонька маленькая и рабочей поверхности практически нету. Готовлю сейчас тесто на имбирное печенье. Тесто готово на печеньке и теперь самое время перекуса. Вчерашними сушками. Надо будет их уже доедать, потому что потом будет уже совсем не до суши. Вот накрыли мы уже столик. Хотела сегодня поснимать днем, как мы готовим, но что-то вообще некогда нам было. Тут нету еще десерта. Это Наполеон и печеньки. Наши имбирные, имбирный домик. Не знаю, сегодня-завтра засниму, покажу. В общем, мы сегодня так без свининки встречаем, а завтра уже будут шашлычки. У нас рыбка, горбуша, нарезочка, мандаринчики, наш любимый крабовый, оливьешечка, картошечка, свеколочка. Селедка под шубой. Ну, уже Люда все заговорилась. Ну, из напитков Людмила Санна будет пить березовый сок с апельсином, домашнее вино. Это не Людмила Санна будет пить. И традиционный наш глинтвейн. Тоже из нашего собственного вина. Еще вот совсем горяченький. Всех с наступающим. Ну, наверное, уже с наступившим. Отходи. Заряды кто-нибудь читал? Нехорошее. Кто чем занимается 1 января в 10 часов утра? А мы занимаемся вином. Мало нам вчера было, мало. Вот у нас тут процесс полным ходом идет. На праздничном столе прям. А кто... А чем вы занимаетесь 1 января в 10 часов утра? 2 января мы вышли на улицу. Да, хав-хав. У нас тут снег метет. Заметается он как на горку. Саша начистил. Хотим сегодня шашлычка сделать. Так, меня не кидай. О, какая хорка. Поэтому Саша уже второй день тут расчищает, а снег все валит. Миша, будем он тут валит. Чистить? Сегодня? Вообще. Ну, вообще можно. Но не сегодня. Сегодня это... Не, просто если чистить каждый день по чуть-чуть... Ну, это да. То это вычистится без напряга. А если в один день взять да и я знаю, то можно дорваться.
Ну ты с моей идеей согласна. Не, ну можно залить, а что? Хуже-то от этого не будет. Просто. Было бы на чем, в чем кататься. В городе может себе такое позволить. Взять и во дворе у себя расчистить и залить каток. Вот. Поэтому я считаю, этим можно пользоваться. Конечно. У нас, допустим, в этом году мы не можем, к примеру, сходить на этих, на бубликах покататься. На ватрушках. Вот. Потому что Гера, он манера в этом году снег жрать, вот, и так далее. А вот, допустим, взять и залить здесь каток, покататься на коньках. Хоп, интересно. Тем более у нас вон плафон висит, можно вечером колокольчик есть, можно музыку завести, тут такую красоту навести. Речунь, покажи, как ты на горке прыгаешь. Речунь, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, мой хороший. О, царь горы, да. Молодец. Молодец. Снега, конечно. Единственное, знаешь, что для полной красоты не мешает? Там их два. Ну, я вообще тебе имею в виду. Ну, мы ж не думали по осени. Нет, да я сам еще его позавчера не отколупаешь. Он с замерзшей землей. Лом все может. Там много земли, Саш, надорвется. А, вообще нас... Снимай Ричарда. Он там копает. Вот молодец, молодец. Ой, какая горочка у Ричарда. Саша сделал. Ой, молодец. Ну, правильно, как люди за камерой. Сходила, так мы уже так не играем. Я вчера, в принципе, пришел к такому выводу. А так, если мы предусматриваем благоустройство в плане санузла в том углу, на метр ты говорила, да, отступать, то надо расширять. Рич! Да он нюхает. Могу просто двумя вещами. Апорт, Гера, апорт, давай, неси апорт. Так, снег это не апорт. Вон у Ричарда апорт, пошли отнимать. Скорей, скорей, давай. Молодец, беги за ним. Дрова украл. Кто украл дрова, а? Ты почему украл дрова у Саши? Ричард, верни полено. Как мы будем шашлыки жарить? У нас прям здесь это... Так выкопано. Да. Стеночки вокруг. Круто, как этот. Ну вот, видишь, мне лавочку пришел подкопать. Я в ней оставлю. Надо здесь бортики сделать уже. Нет, тут будет по-другому. Тут будет вот так все вычищено. Планируется. Как ты хозяина зовешь гулять, Ричард? Как ты зовешь играть хозяина? Все, уже не зовешь? Ты не хочешь играться с хозяином? Нет? Поиграй со мной, хозяин. Да, да. Сняла? Ну да. Иди сюда, детина. Герочка, и ты бегай. А то замерзнешь. Так, а что вы еще в снегу не валяетесь? Гера, бегай! Гера, хватит снег кушать. Где апорт? Все. Поймал и съел. Гера, играй, играй. Гера, апорт. Гер, апорт. Перчаток. Надо на руки.
хочешь с хозяина утащить? Куда? Так, меня нет. Гера? Подожди. Фу! Фу сказал! Не забирался. Надо Геру потрепать. Гера, ко мне. Гера. Там костер не прогорел еще. А? Костер. Там все нормально. А то Гера замерзла. Пусть пойдет погреется. Она ж скулить будет. Я имею в виду в костре. Возле костра. Пошли, вперед! Гера, вперед! Мы оделись уже. Речун. Гера. Дровишек подкину. Будем играть. Гер, что ты там делаешь? Иди сюда. Не игривая ты моя собака. Старая стала? Ты стала старой неигривой собакой? Да? А теперь пошли чистить Гера, снег. Апорт. И пошли снег чистить, пошли. Молодец, Рича. Иди снег чистить, давай. Бери правильно лопатку и иди чистить снег. Давай. Как лопаткой снег надо чистить? Как, Ричард? В зубы взять. Правильно, молодец. Нет, грызть нельзя лопатку. Не хочешь чистить, значит не будешь играть с лопатой. Ему не нравится. Гер. Так, фу! Гера ушла оттуда. А то там одна канализация. Не жрать снег! Гера, фу! Гера! Опор! Давай мы его закопаем, Ричард!
Мячику не холодно. Мячик бегает. А я согрел. Где кот? Вот. Гера! Гера! Апорт! Бегай, бегай, не жрать снег! Бегать! Сейчас забор. Давай, цепляйся. Цепляйся хорошо. Опор. Второй. Второй летел в снег. Опор. А, там же. На. Давай, бегай. Молодец, только не жрать снег. Гера, не жрать снег. Не жрать снег, не жрать. Гера. Где мяч? Вообще без понятия. Розжиг был, да. А лопатка куда дел? А, вон она. Та-та-та-та! Не жрать снег! Не жрать! Ну-ка, апорт! Бревно? Под виноград. Света, это все вас мне надо получать на повод столичный. А кто дрова украл? Кто украл дрова? А? Ты почему украл дрова у Саши? Ричард, верни полено. Как мы будем шашлыки жарить? Ричард! Здрасте! Здрасте! Саша поранится об сетку. Об сетку может лапы подрать. Не жрать снег! Давай, бегай! Бегай! Давай, давай, давай!
Может, деревяшки замёрз? Со шляпой подерёт. Что? Да. Там сетка очень острая. Он на нее лапами. Давай, неси апорт, неси. Ну и что? И где апорт? Вышли. Ричард! Ричард! Я тебе что сказал? Иди сюда! На, Ричард, апорт! Ричард, апорт! Рича! Иди ко мне! Скорей! Ой, я сейчас чей-то апорт сопру! Гера! Гера, апорт! Профукал бревно! Профукал бревно! Иди сюда! Неси апорт! Где хозяин? Собаки, вы меня уже умотали по этим сугробам. Шашлычок. У нас уже стемнело. Мы вот поставили шашлычок. Что-то так мясо захотелось. Давно не ели. Нам захотелось шашлычка. Я только переворачиваю. Ну вот и готов наш вкусный шашлычок с пылу с жару. Все, пойдем мы его кушать.